В фильме «Трудный выбор» девочка Ангелина сделала выбор, как ей подсказало сердце. А сердце подсказало сложный, но очень хороший выбор. Это помогать другим и делать людей счастливыми, вопреки всем своим желаниям. «Трудный выбор», и мне он понравился. Я хотела ответить на несколько вопросиков. Первый вопрос. Какие сильные стороны характера Кати? Ее сильные стороны в том, что она помогает нуждающимся. Второй вопрос. Какой сложный выбор сделала Ангелина? Она сделала сложный выбор остаться с папой и стать хорошим человеком. Посмотрев фильм «Трудный выбор», я понял, что нужно любить других и помогать всем, потому что любить и уважать других нужно всегда, несмотря на его внешность. А помогать нуждающимся нужно обязательно, несмотря ни на что.